Тем временем на просторах интернета не утихают политические споры. Жители Хакасии обсуждают местную власть. Да так, что разбились на два лагеря. Подробнее расскажет Ольга Стельмах. Она подготовила очередной выпуск проекта «Обсуждают». Ольга, так какие новости попали в топ среди интернет-пользователей республики? Бесспорно, на этой неделе в топе самых популярных постов планы губернатора на развитие Хакасии на 3 года вперед. Один из блогеров, Михаил Верхотуров, проанализировал документы и уверен, как раз-таки развитие региону не светит. Валентин Коновалов 5 сентября собственноручно подписал постановление, в котором сокращает траты по самым важным статьям. И теперь интернет-пользователи недоумевают. Значит, экономим не на квартирах чиновникам, а нещадно урезая социалку. Тот Коновалов, который давал предвыборное обещание, который обещал нам увеличение бюджета в 2 раза, его просто нет. Он забыл сам про себя того старого и теперь к этой теме даже не возвращается. И будучи руководителем республики, сам себе дает прогноз своей работе, что лучше не будет, будет только хуже. Об этом и многом другом мы расскажем в итоговом выпуске «Местное время воскресенье». Если нет времени штурмовать интернет, включайте наш канал в воскресенье в 8:40 утра. Обещаем, будет интересно.